По поручению губернатора Подмосковья в 2020 году в регионе планируется комплексно благоустроить 765 дворовых территорий. На эти цели предусмотрены субсидии из регионального бюджета. На территории Одинцовского округа будут благоустраивать 23 двора. В перечень работ входит монтаж современных безопасных детских площадок, установка малых архитектурных форм, размещение информационных стендов и многое другое.